Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Это наш этрусский музей. Для тех, кто первый раз попали на мои первый, второй, третий каналы, я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана и Сиены, и я же являюсь журналистом. Ну и как всегда, по сюжетам в описаниях я оставлю ссылки на все мои каналы на данной платформе, там же будет Телеграм. Ну что ж, у нас сегодня с утра экскурсия с моими туристами, они же мои подписчики, приехали из Израиля. Осматриваем Этрусский музей, потом поедем в Монтепульчано. Давайте вот отсюда мы начнем с вами. Мы с вами сейчас пройдем в противоположную часть. Начнем оттуда. Прохладно? Очень хорошо, да? На улице под тридцатник, даже выше, наверное. Да, большая температурная разница. Вот отсюда мы с вами. И золото. Золото уже начинается отсюда. Все вам покажу. Вот это зеркальце. Вот в современном алфавите, в итальянском, вот таких букв нету. Вот, например, как нет буквы К, капа, капа, она была заимствована. Буква Ч есть, а буква капа, К, как Катя, да, это заимствованная буква. А в итальянском алфавите ее нет. И у этрусков ее тоже не было. А вот у нас здесь океан был. Поэтому видите, что обнаружили. Не так давно предоставили музею. Миллионы лет этому всему. Да, то есть вот здесь, представляете, да, был океан несколько миллионов лет тому назад. И вот эти вот разрывы в почве, которые мы с вами увидим, когда будем осматривать Вальдорчо, это как раз то, что осталось от океана. И вот по этой причине вот эти ракушки, они до сих пор здесь находятся. Думаешь, да, вроде бы центральная Италия, а откуда берутся здесь ракушки? Да, потому что здесь был океан. Всего вкусненького. Туристы согласны, что это мы хорошо зашли. Монтепульчано благородное. Смотрите, как много вкусненького. Смотрите, скудерия 14 века. Но это не Феррари, да, обычно, когда говорят скудери, это ассоциация с Феррари. Скудери, это переводится как конюшня. А вот это седло. Смотрите. Это ближе к моему деверю. У меня девер, семикратный чемпион Италии по верховой езде. Вот это его. Да, у нас экскурсия, он у нас экскурсии проводит теперь на лошадях по Вальдорче. Вот, так что он у нас спортсмен, атлет, чемпион. Смотрите, вот попробуйте, пожалуйста, еще вот такая закуску. Вот. 2017, поэтому вот это вот особенный сорт. Значит, как она вот сказала, 4 года было. Но, грация, но, ино. Вот, 4 года в бутылке, и потом еще... Нет, 4 года в бочке и 2 года в бутылке, вот. Это вино. А вида реперкортизия, кости. Это у нас продукция лимитата. Потому что максимум 3000 бутылок. 3000 бутылок только всего-навсего, поэтому это, конечно, не на экспорт. Это только для местного использования, и плюс еще, если, предположим, вы заказываете через интернет, через их сайт. Вот это самая панорама, которую вы видели у меня в моих видеороликах. Красотища. Да. Видите, Монтепульчано, и мы находимся между Вальдорчо и Вальдикьяно, прямо посередине. Мои туристы, мои же подписчики, израильтяне. Из Хайфы приехали, остановились у нас в Кинчано-Терми. Завтра Сиена, пол Сиенского собора. Друзья, это один из выездов из нашего города. Я жду моих деверей, потому что мы сегодня поедем отмечать
регистрацию нашей туристической фирмы. Сейчас за мной приедут на мои девери, и потом уже в ресторане мы поедем на озере. Присоединятся непосредственно мои мальчики. Они попозже у нас будут. Кстати, я хотела показать, смотрите, какую прелесть мне подарили сегодня мои израильские туристы. Прелесть прелестная. О, девери приехали. Мой деверь идет, мой деверь. И моя заловка Сабрифа Чао. Тут все наши документы, все наши фирмы туристической. Клаудио, да квантиани лавори коне кавали? Сколько лет ты работаешь с лошадьми? Да, лета ли 15 anni. С 15 лет. Quanti campionati hai vinto? 7 titoli italiani. Выиграл 7 чемпионатов Италии. 2 titoli europei. И 2 титула европейских. E una tappa di Coppa del Mondo. И в том числе мировой. Чемпионат мира. О, какая прелесть прелестная у нас. Tappa di Coppa del Mondo. Это, да, это вот приз чемпионата мира. Самый известный, Клаудио Сантони, мой деверь, я горжусь, самый известный наездник Италии. Поэтому приезжайте в Италию, именно он будет вас сопровождать во время туристических поездок по Вальдорчо. Так, товарищи, смотрите, пожалуйста, это, о, Аджинсия Дивиаджи Сантони, это наша печать, у нас все есть. Смотрите, товарищи, это, да, потому что у нас есть такая книжечка, мы платим налоги, у нас все официально, поэтому любой сервис туристический, пожалуйста, сколько проплатили, налоги будут все заплачены. Вот они документы, посмотрите, пожалуйста, которые наши, ну, в общем, это нельзя показывать, потому что это информация личная, но это все документы, это регистрация нашей туристической фирмы, все есть. Ребята, alla nostra agenzia, за нашу фирму. Агенция Сантони. Агенция Сантони, номер один, лучшая фирма в Тоскане. Показать, вот они лицензии, Они insegnante di equitazione. Значит, это тренер. Insegnante FISE. FISE. Federazione Italiana Sport Equestre. Вот. Federazione Istruttore Egea. Инструкторы, это значит преподаватель. Поэтому вот они лицензии. Видите, как у людей, которые занимаются верховой ездой, лицензия, она вот таким вот образом нашита. Поэтому мы все, вот, это спонсор, это наш спонсор. Вот, мы нашли в том числе и спонсора. Поэтому мы все по закону работаем. Спонсор. Спонсор, да, имеем даже спонсора. Вот так вот. В общем, хотим мы или не хотим, но смотрим футбольный матч. Италия, Испания. Друзья, всем привет. Мы отлично провели время всей семьей. Спасибо вам большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз.